Вашему вниманию полуфинал верхней сетки, где Хрон встретился с Эннесси. Первой картой их противостояния будет Corrupted Keep. Эннесси славится своим трескучим шафтом. Один из лучших аимеров по шафту в мире, ребятушки. Посмотрим, удастся ли Диме Хрону справиться раунд с таким. Начнется через 3, 2, 1, в бой. Фух, а Хрон тоже хорош. Не уймется Галена. Все-таки хочет. И ебать, она полметра, полшага не дошла до аптечек. Там бы именно упал бы Хрон от нее. Все нормально со стартового машингана. Или там все-таки супер машинка была. Но явно Эннесси хорошо все с трекингом. Шафтит, стреляет супер машинок очень хорошо. Нет шафта у Хрона. Слышит оппонента. Блин, казалось бы, ничего экстраординарного в этом нет, что делает Эннесси. Ух! Хрон должен закрывать. Да, ребята, второй фраг на счету Димы. 6 секунд до меги. Просто беспонтово врывается на мегу Эннесси, и Хрон решил отпустить всю эту систему. Отдать, так скажем. Две шоки решают в пользу Эннесси. Абузит респ, и Хрон выходит на пучок шафта. Ой-ой-ой-ой-ой. Шога решила судьбу третьего фрага. Аж волосами палеными завоняло, да? 4-2, вы посмотрите, как жестко делает Эннесси. Ой, мне аж самому больно, но это круто. Труба вообще, я не знаю, как обозначить именно уровень шафта от Эннесси. Мне кажется, в простонародье это стоит называть труба. Просто череда фрагов, ребята, с шафта прогнал и немножко аж заговариваться начал, как будто меня шафтили, а не Хрона. Охренеть. Не знаю, как из сложившейся ситуации будет выходить Дима, но это... Ну такой, ребята, из серьезных пиздецов, я бы хотел сказать, для Хрона. Подытожим, ну, все случившееся за последние полторы минуты. Фух, наконец-то Хрон все-таки прерывает эту череду безумства шафтового. 2 секунды до красного, и, к сожалению, там Эннесси Хрон. Да как, блядь, там идеальный просто шафт по голени проходил. Прям по ебалу летело жестко прям. Такое чувство, что у него в 2 раза больше, ну, типа, ДПС. Damage per second. Труба вообще, ребята, 11-3. GG, пишет Хрон, и это форфит. Я бы сам охуел. Жестко.